Новый ночной пожар на Шуваловской свалке. Эта свалка уже многие годы не дает спокойной жизни жителям Ленинского и Автозаводского районов. Хотя официально она была закрыта еще в 1983 году, туда неофициально продолжают свозить мусор, и кто-то получает за это деньги. Еще в феврале суд обязал городскую администрацию произвести рекультивацию свалки, но мэрия отказалась и подала апелляцию на решение суда, ссылаясь на то, что в бюджете на это нет средств. Свалка постоянно дымит, и вот ночью произошел еще один пожар. Я увидела в окошко кухонное зарево вдали. Я сначала не поняла, я подумала сначала, что дом это горит. И огонь полыхал, ну, где-то 5 метров высоты. Было очень страшно, на самом деле. Я боялась, что перейдет по суховею и пойдет к частному сектору. Когда пожарные подъехали к воротам, они 10 минут еще там стояли, то есть их не пропускали. Мои вообще предположения, они ночью завезли какой-нибудь мусор и решили просто от него избавиться. Только с начала 2016 года наше подразделение уже 45 раз выезжали на сообщение о тлении на Шуваловской свалке. Происходят органические процессы гниения и самовозгорания. Избежать повторного самовозгорания глубинных слоев мусора возможно только при проведении рекультивации. Все ждут с опаской лета. Очень страшно. Здесь действительно она начнет воспламеняться сама по себе. Само серьезное возгорание было ликвидировано пожарными МЧС, но вот горение внутри свалки, а глубина залегания мусора составляет 12 метров, продолжается непрерывно. И вот чтобы заливать эти тлеющие отходы, городские власти выставили на Шуваловской промзоне мотопомпу. Только привезли мотопомпу, выставили. Пока начинаем от края тушить. Дальше будем продвигаться вглубь. Здесь довольно-таки глубоко залегание огня, поэтому проливать долго приходится. Вот 2 часа вот только небольшой участок тушили. Кстати, мотопомпа работает на свалке одна единственная, но в городской администрации утверждают, что до 1 июня возгорание на Шуваловской промзоне ликвидирует.